Всем привет, это у нас Granny 3 с поездом. По комментарию подписчика я узнал, что оказывается есть область, заколоченная досками, если играть на харде или экстриме. Давайте возьмем деда, чтобы он не слышал билетера. Возможно, это у нас будет короткое новостное видео. Сейчас проходить игру не будем. Главная цель — посмотреть на эту область, что ж там заколочено. Вот смотрите, мы идем, и где-то что-то будет заколочено. Что-то очевидное или нет? Где там уже открывается? Вау! То есть фанерой заколотил, смотрите. I need a crossbar. Чтобы мы с вами не бежали за Виапон ключом. У нас лом находится вот здесь. Кстати, там сразу крэнк. Дед-то не услышит. А мы можем достать лом? Кстати, увидели? Приколюху. Вот же лом-то. Сразу проверяйте, есть ли такой баг, что у нас можно брать лом, к примеру. Понятно. Оказывается, на харде дед-то прекрасно слышит. Сейчас тогда сходим за ломом, попробуем эту область отстегнуть. Да, и лом очень хорошо так болтался. Есть мишка. Хорошо, побежали ждать, чтобы дед уснул. Так, уже идет спать, ура. Ножки. Так, все храпит, молодец, как мистер Мид. Кстати, есть ли нам резон сейчас устранять его? Да давайте. Все, осел, бабки в игре нет. Побежали теперь этим патроном. Вот, хорошо, не единственным. Разбивать стекло и будем брать лом. Посмотрим, что у нас там за фанера. Разбили. Ну-ка, отсюда можно взять лом? Никак. Ну-ка, дверь. Еще не открывается. Наверное, если фанатично проверять, то можно достать лом. Даже есть звук того, как мы перебираемся через стекла. Берем лом. Так, у нас один выстрел есть? Да. Дробовик сюда, к решетке. И побежали отстегивать фанеру. Так, а ты можешь вообще сюда зайти? Иди ко мне. Заходи, заходи, заходи. Как тебя затолкать-то? Не заходит. И почему-то не сигнализирует. Ах ты, раз, два, три даже. Это все отстегивается не за раз. Не зарал. Исчезают? Видимо, нет. Но почему он не закричал-то? То есть он знает, что деда нет? Смотрите. Ох ты. Закричал. А кокос можно разбить дробовиком? Только выгнать можно. Бам, ударился. Бревно. Кстати. Это же отличный способ. Я вам сейчас и покажу баг от скиплорсика. Все, побежали на крышу. Нам сейчас нужно еще и деда просто устранить. У нас тогда сегодня будет просмотр новой локации и баг. Ах ты, как быстро бегаешь. Сейчас наша задача — залезть на крышу. Нам, в принципе, даже уже дробовик-то не нужен. Мы здесь просто прижимаемся к стене и идем. Сорвались, как сорванец. Смотрите, мы здесь можем идти. Как вам такой прикол? В окно закидываем бревно. Не уходить. Все, у нас бревно на месте. И мы можем с вами уже его закидывать в камин. Все, осел по-настоящему. Смотрим, есть ли здесь бревно. Да, бревно здесь, потому что мы его через это окно закинули. Скиплорсик молодец, его баг сработал. Вот, смотрите, раз и все. У нас уже сами бревно стоит. Давайте мы на этом видео закончим. Это у нас было короткое новостное видео Topsy News. Мы сегодня с вами посмотрели новую область с фанерой.
и рассмотрели новый баг, с помощью которого можно залезать на небольшой карниз второго этажа и забрасывать через стенку бревно, тем самым ускорив прохождение игры. С вами был Топси, всем пока!